Первые шаги к приключениям в Европе. Наш мега крутой Интерсити оказался похожим на пассажирский простой. Посмотрим, как он будет выжимать мощь. Делаем ставки, на сколько минут мы опоздаем во Львов. Я стану. Отлично. 20 минут. Наталья, 20 минут. 20 минут. Я, Слава, 30 минут. Люда? Я тоже думаю, минут на 15-20. Все, ставки приняты. Не, слушай. Вот так вот и выглядит Интерсити. Так называемая. Вот сверху просто убрали места. Сделали снизу. Просто вагон купе. Ну ничего, кондишн работает. Как вам ощущение от Интерсити? Супер, да, класс. Приехали четко по времени, поэтому наши ставки не сработали. Итак, у нас до нашей машины осталось 3 часа. Поэтому мы сейчас пройдемся к центру площади рынок и что-нибудь перекусим. Я Палермо. Давай Палермо. Сучек пиццы. Наверное, ночью это весьма страшно выглядит. Короче, смарт-мобиль 60-х.